Здравствуйте, ребята! Привет, мальчишки и девчонки! В эфире наш «Покажи класс»! Степашка, вот скажи, кто твой друг? У меня много друзей. Ты, конечно. Хрюша, Мишутка, Каркуша и наши телезрители тоже. А почему ты спрашиваешь? Потому что наша сегодняшняя конкурсантка подготовила стихотворение про очень необычных друзей. Хочешь послушать? Еще бы! Включай скорее! У меня такое счастье! Мне попалось вдруг две пиявки, головастик и навозный жук. Я им здрасте в банку власти. И глядят вокруг две пиявки, головастик и навозный жук. Ходит мама, что за страсти? В голосе испуг. Две пиявки, головастик и навозный жук. В тот же миг уплыло счастье. У меня из рук две пиявки, головастик и навозный жук. Смешно. Две пиявки и головастик. И навозный жук. Кстати, следующая участница тоже прочтет стихотворение, только уже не про насекомых, а про зверей. Давай послушаем. Давай. Мы вчера играли в стадо, и рычать нам было надо. Мы рычали и мычали, а собачьи валили. Не слыхали замечаний Анны Николаевны. А она сказала строго: что за шум такой у вас? Я детей видала много, таких я вижу в первый раз. Мы сказали ей в ответ: никаких детей тут нет. Мы не Петя, мы и не Вова, мы собаки и коровы. И всегда собаки лают, ваших слов не понимают. И всегда мычат коровы, отгоняя мух. А она в ответ: да что вы, если вы коровы, я тогда пастух. Я прошу иметь в виду, я коров домой веду. Забавный стишок, молодец! Да-да. Продолжает программу маленькая Диана. Она выполнит упражнения на кольцах. Они очень сложные. Ого-го, спорт – это хорошо. Смотрим. Да. Вдруг называется фигура на кольцах. Правда? Согласен, порадовали нас участники. Друзья, вы тоже не отставайте. Снимайте интересные видео и присылайте нам. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Карусель».